Так, я скачал демку Outlast, вот второго, очень долго ждал эту игру. Вот сейчас посмотрим. Режиссера, который попал вместе с женой в какое-то расследование, ну начал расследование, точнее говоря, и это его завело в пустыню Аризоны на несколько миль. Ну посмотрим, посмотрим. Из-за ОБС не должно глючить, по идее, я надеюсь, по крайней мере, что... Так, русского перевода нет. Но это и ладно. Ну, опять же, описано. 2 недели назад там беременную женщину убили, собственно говоря. Вот надо будет вот это расследовать. Ох, пиздец. Черт, 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 что случилось? Что-то случилось. Я не знаю, я не думаю, что все буду фрапсить. Наверное, минут, я не знаю, 10-15. Ну, ролик я этот видел. Это ролик уже давно был, вот эта превьюшка. Я думаю, я, может, даже пару раз пройду. Так сказать, на записи, без записи. Так. Все, куда-то провалились. Очки вот лежат, вот, видно же, ебать. Открытое пространство в Outlast же не открытое пространство, там в лечебке в какой-то, да? Прошлые части были Outlast и Whistleblower. А тут, получается, открытая местность будет, пустыня Аризоны. Или как это правильно называется? Ну да, тут обычное управление. Жену свою зовет персонаж. Так, сейчас. Так, я здесь опять. Вернемся в игру. Насчет графики не могу сказать. Еще ОБС не сильно, но, возможно, поглощает FPS, так что. Да я не знаю, разве графика тут важна очень. В этой игре. Ну, прыгать можно. Хотя мне показалось, у него нога сломана, но можно прыгать. Фонарик, не помню, как включается. Не на букву Т. Ну, может, его пока нет, просто фонарик. Вон впереди я свет вижу внизу. Так. Я потерялся. Я потерялся, ебать. Кишки тут какие-то, мухи летают. Зажмите левый shift, чтобы бежать. Да пока не от кого вроде. Опа-на. Вот теперь шум какой-то. Я сошлю, если в сторону отойти туда. Там, наверное, ничего такого не будет. Ладно, пойдем просто вперед. Скрип дверей какой-то, звуки пошли какие-то. Вот и хоррор начался. Да, люблю Outlast. Это мой любимый хоррор. Я в Инсомнию, кажется, еще игра. Кричит наш персонаж, зовет кого-то. Я в Инсомнию еще играл, а так я в хорроры особо не играл. То есть это вот мой любимый Outlast. Твою мать, я зап... А, все нормально. Слышу шаги какие-то, звуки. Сатанинская звезда какая-то. Видите, сатанинские звезды же, да? Смотри, вон чувак какой-то. Пиздец, тут мухи над коровой роятся. Вон чувак какой-то побежал. С ножом, кстати, кажется. Крики какие-то. Ёб твою мать. Я скрип двери слышу.
Интересно, а как выглядывать отсюда? Можно, интересно, как-то... Камера. Вот, у меня камера. У меня только одна батарейка, пока не буду тратить. Я слышу скрип двери, я не понимаю, там кто-то... Можно выглядывать, кстати. А, это просто дверь скрипит, я думал. Странная картина, я думал, пришел кто. Можно из-за угла выглядывать. А, в этой игре же нет фонарика, я вспомнил. И насколько я помню, батарейки не тратятся, если не ночной режим. Так, детские игрушки какие-то. Ой, блядь. Ну это не особо страшно было. Не, батарейку пока рано. А, ну ладно, давайте перезарядим. Блин, без камеры лучше вот так. В некоторых местах. Не открывается. Вот так можно дверь либо открыть сразу, либо приоткрыть. Медленно. Так. Первый раз играю, опять же говорю, специально в первый раз играю. Вон свет какой-то тоже. Справа. Крест у них тут. Вероломники, ибо. Так, пробежимся, наверное. Слышу какой-то скрип в кустах. Церковь, да? Вот тут уже темно. Музыка какая-то тревожная сразу. Ёпта. Мухи роятся. Нихуя. Это не совсем похоже на трупы, правда. Да хуй с ним. Мне это фильм напомнило «Красные Штаты», где у них типа церковь была, а под церковью вроде тоже трупы лежали, типа кого они там убивали. Так, вроде звуков подозрительных уже таких особо нет. А, вот детский голос слышу. Что там есть еще? Ой, ёб твою мать. А, меня оно не убило. Кстати, тут на кнопку Alt оглядываться можно. Я не помню, в Outlast в предыдущем такое было, в Whistleblower или в первом. Можно оглядываться, типа, теперь. Да, без ночного видения тут ни черта не видно. Бля, крики какие-то. О, светло. Вон я кого-то видел. Пиздец, в школу что ли попал, ебать? Откуда тут вдруг школа взялась? Не, ни черта не видно. А ну-ка. Ну, видно, но хреново.
Да, это прям как... Нет, включи обратно. Это прям как в предыдущих Outlast'ах. Тоже вот так прятаться постоянно надо было. Только там психушка была, а не школа. Мне показалось, как будто... Как будто кто-то выбежал на меня. Единороги, блядь. Ладно, хер с ним. Ой, ёпт. Фу. Ой, ёпт. А чё за хуйня? Ой, ёпт. Бля, вот это страшно было. А чё за хуйня? За мной дух какой-то. Пиздец. Вот это страшно было, сука. Твою мать, вот это страшно было. А чё за херня? Вот это сейчас страшно, за мной какой-то дух следовал. А у меня батареек нету, кстати. Твою... За мной дух какой-то следует. А, все, не следует. Кстати, у меня же батареек нет. Странно, вроде не было ж батареек, странно. Смеется кто-то. Ёпта, вот это сейчас страшно было. Ёб твою мать! Вот это страшно. Вот это страшно. Меня эта тварь в самое начало откинула, да? Так давай спрячемся. Вот это сейчас страшно было, сука. Тут, походу, уровень шума. Тут еще... Тут уровень шума отображается, который я издаю, похоже. Так, я тут был, нет? А тут закрыто. Чё так светло в шкафчике? Ни хрена. Ни хрена я в стену прошел. Это уже мистика какая-то. Ну. А. Ее надо медленно открыть, вот так. Не, ну у меня так не хватит никаких. Кстати, на улице светло относительно. Не, ну у меня так батареек никаких не хватит. Вон девка побежала какая-то. Телевизор. Ох, ёб твою мать. Бежать нет. Ебать. Ой-ой, нет. Ты сука. Вот тварь, а. А это тот чувак, которого я видел, похоже. Бежать, теперь тупо бежать. Черт, я устаю от долгого бега. А что если просто сесть в траве? Меня даже не должны видеть. Правильно? У них, походу, тут целая деревня убийц, я так понял. Просто у них дере... Ой. Деревня маньяков. Фанатиков каких-то. А если вот так прятаться? Они ж не должны меня видеть, по идее, вот так. Там батарейка была, ну хер с ней. Оп. Давай, перепрыгивай. Я обратно возвращаюсь, ёб твою мать. А, нет, постой. Да. Или нет. Идите нахуй. А я убежал. А куда мне-то? Я вроде выхода другого не видел. Ладно. Рипнулся один раз.
Правда. А, все правильно, да, значит, вот сюда. Так, сюда. Мне кажется, он быстрее по... О, он быстрее побежал, да, мой персонаж? По сути, я же тут в самом начале был, нет? Пиздец, старуха какая-то, вы, блядь, пиздец. Ну так, в этой, там было страшно в этой, да. В боль... Блин, как его? В школе в этой. Чё-то я думал, подольше будет. Через минут 20-30. Не, нормально, нормально, чё, мне понравилось. Нормально, чё. Ну, как-то